спасибо большое за то, что так оценили мой скромный, так сказать, поступок. Я повторял и еще раз повторяю. Я считаю, для нормального мужика это нормальный поступок. Сейчас меня стали приглашать в школы, и я пытаюсь, буду доносить, что, ребята, не будьте равнодушными, в общем, будьте активными, и не обязательно кого-то задерживать и прочее, но не проходите мимо, если увидите какое-то нарушение закона. Спасибо, пожалуйста.